Сьогодні наша зіркова студія відбудеться в стилі модерн. Разом з одним із найяскравіших хореографів наших днів, всесвітньо відомим балетмейстером Радо Паклітаро. Радо, я рада вітати вас в нашій студії. Привіт, взаємно. Радо, з твоїм ім'ям в останні роки пов'язують такі три найпотужніші проекти. Це театр сучасного танцю «Київ Модерн Балет», талант-шоу «Танцюють всі» та церемонію відкриття Олімпійських ігор у Сочі. Що такого ми ще не знаємо, найпотужнішого? Ну, взагалі не знаю, як творчество ізміряти в кілоджоулях. То есть каким-то образом, ну, любой проект, который я делаю, он делается изо всей силы. То есть, ну, конечно же, самое долгоиграющее – это театр «Киев Модерн Балет». Уже 11 сезон существует театр. И я сам не верю. 11 лет я подарил своей жизни вот этому театру, замечательному моему ребенку. От первого состава остался один человек в составе коллектива, да. Ну ты другий. Вот. Да, нет, ну еще есть это вот. Мои ассистенты, мы сейчас говорим про артистов. Вот, поэтому, наверное, самое главное – это театр «Киев Модерн Балет», а все остальное приходит и уходит. Ти сам родом з Молдови, але вже з 2005 року живеш і працюєш в Києві. І в одному з інтерв'ю ти зазначив, що це не ти обрав Київ, а Київ обрав тебе. У нас меценатский театр изначально. Замечательный совершенно меценат наш киевлянин Владимир Витольевич Филиппов предложил мне создать театр. И в течение нескольких лет мы существовали только за счет финансовой поддержки Владимира Витольевича. И, естественно, он киевлянин, поэтому театр называется «Киев Модерн Балет». Если бы гипотетически какой-то никарагуанский бізнесмен предложив мені створити би театр в Нікарагуа, це був би Нікарагуа Модерн Балет. Ти почав взагалі займатися класичним танцем ще в 4,5 роки, а в 10 ти вже взагалі поїхав на навчання. От так чесно, це твоє було таке власне бажання, чи все ж таки це була така воля батьків? Хто ж упомніть-то, як це було? Ну як? Це не так давно було. Так, 41 рік тому назад всього було, це взагалі копійки, так. А 10 років? Тоже не помню. Не помню. Я не помню, я знаю, что у меня не было альтернативы, и я... Чому не было альтернативы? Ну а что, куда? В космонавты? Ну я не знаю. Водители журналисты? Трамваи? Какие журналисты? Глубокий совок. Вот. Нет, это было 70-е годы, и поэтому я, ну я честно не помню. Ну у меня не было варианта, папа, мама балетные, я тоже балетный. Ага, тата-мама. Все, да, все в одну кучу и занимаемся творчеством и так далее. Не надо романтизировать это дело просто. Маючи класичну освіту, ти наразі займаєшся саме сучасним танцем. Як? Від класики до модерну? Ну, ви знаєте, так, я розумію твій питання. Ні, ну, це не зовсім сучасний танець, тому що ми займаємося, несмотря на названня театру. Все-таки, якщо говорити з западної термінології, це більше неокласика. Це, ну, як би, це сучасний танець для України, для постсовєтського пространство. Это не классика, но это и не современный танец в том виде, в котором он существует. Возможно, у нас не было бы такой аудитории широкой, не было бы такого зрительского признания, если мы бы занимались бы ортодоксальным современным танцем. Потому что это, конечно, искусство чуть более сложное для понимания, чуть тяжелее заходит, скажем так. То все ж таки сучасне суспільство як сприймає взагалі? Ну, не чув ти після своїх виступів, що, ну, все круто, але ми нічого не зрозуміли? Ні, такого точно нет, именно потому, что это не совсем современный танец. Это, конечно же, танцевальный театр, это театр современного балета, сюжетный, понятный. В первую очередь, я всегда, если я рассказываю историю, мне приходится быть понятным. Так. Это нормально. Західний глядач відрізняється від нашого? Ні. Він сприймає це по-іншому? Ні, ні, взагалі не маємо права ми оцінювати зрителя, давайте от цей плохий зритель, цей хороший. Я часто говорю о том, що ми взагалі люди, обслуживающий персонал. Зритель завжди прав. Це от приходиш в магазин, а який тут самий у вас главный в Житомирі? Приходиш ти туди і говориш, дівчинка, мені 300 грам вареної колбаси.
Она говорит, что-то вы мне не нравитесь, не дам эти колбасы. А у нас такие может быть, до речи. Да, о, прекрасный город. Да, пойдем в магазин. Існує думка, що сучасний танець взагалі важко оцінювати, тому що якби, ну, немає певних критеріїв, так? Але критерії імені Раду Паклітару є? Твої особисті? Мої, як у зрителя, є. Мені не треба бути скучно на спектаклі. Зараз наш час танцюють всі і танцюють все підряд. Розумієш, зараз стало непопулярним дитинство. Зараз всі намагаються, щоб діти вже там з 5 років на пілоні крутилися, щоб вдягалися відверто і... Я категорически за счастливое детство никогда не скрывал свою позицию, что заниматься серьезно классическим танцем не надо с 5-6 лет. Надо... Есть время, когда человека отдают в училище, в балетное, и это время 10 лет. Ну, 9-10 лет. Да, нормально. После этого можно потихоньку, постепенно это развивать в нем талант, если он в нем есть, в этом ребенке. Не надо заранее этим заниматься, не надо пытаться сделать вундеркинд. Вундеркинд – это единичное. Не можуть всі бути так. Моцартами. Ну, дивись, на кастингах ти буваєш досить таким жорстоким у своїй відвертості. А ти взагалі викладач суворий, вимогливий, там, джазовками, балетками, не кидаєшся в учня? Ні, я як преподаватель, я преподаю тільки іскусство балетмейстера. Моїм студентам цікаво вчитися, але дуже тяжело. Да, тому що я достатньо требовательний чоловік, але я ні в коєму випадку ніколи не повищаю голоса, зачем? Тяжело и медленно. Мне вообще невозможно вычитать вообще. Профессия хореографа – это профессия высшей категории. То есть, либо у человека есть талант для этого, и талант его заставит потом это работать, либо нет. Как взагалі відбувається сам процесс створення балету? Що передує? Ідея, натхнення, музика, артисти. Вот этот вопрос, который я ненавижу, его Чому? Задают все. Серьезно? Да. За все интервью, которые у меня были, я натыкался на этот вопрос, что вас вдохновляет. Ну, але ж це цікаво. Ну, як? Ну, от, наприклад, «Лебедине озеро», «Лускунчик», «Жизель», «Ромео Джульєта». Ну, що тебе наштовхнуло ставити їх? Именно эти вот... Ну, наприклад, да. Прекрасные кассовые... Те названия, люди придут на спектакль, потому что они знают это название. Придут, а тут у них раз, и совершенно другой спектакль. Мне кажется, это здорово. Тобто все ж таки классика. По-разному. У нас есть спектакли, которые совершенно не классические и не имеют аналогов. Это «Андеграунд», «Палата номер 6», там, «Квартета ТЭТ», много всего. «Вверх по реке», то есть это абсолютно авторские вещи. И просто захотелось сделать. Готуючись до тебе на інтерв'ю, звичайно, я продивлялася інформацію і наштовхнулася на теж твій вислів, що «Київ Модерн Балет» – це єдиний проєкт, який взагалі тебе тримає в Україні. В принципі, ти все можеш робити дистанційно, це твої слова. А близько 2 років тому ти взагалі говорив про те, щоб закрити театр, чому виникли проблеми з фінансуванням. Ну да, вообще они никуда не исчезли. Мы сейчас занимаемся, на самом деле мы прошли достаточно большой путь годичный по получению независимого статуса. Так, на самом деле мало кому известно, но «Киев Модерн Балет» является частью Киевской муниципальной оперы для детей и юношества. То есть мы не являемся отдельным театром. Вот. Вроде бы как мы отделяемся, но уже год. И процесс еще идет, и огромные трудности. Ну, я, слава богу, что получаю огромную поддержку и от киевской власти, и от мэрии, и от управления этой культуры, и от министра культуры, от Евгения Нищука. И я думаю, что мы этот путь пройдем. Вот. А то, что меня держит в Украине только Киев Модерн Балет, да, это правда. Потому что, ну, а что я... Відверто. А что еще? Я даже не являюсь гражданином этой страны. Здесь я только потому, что есть театр. Але ти ставив спектаклі в Росії та в Чехії. Хорошо. Одні з найгучніших проєктів, звичайно, це «Большой театр». Угу. Балет «Ромео Джульєта» ти ставив разом з британським режисером. І вперше в історії «Большого театру» він був не на пуантах. Я не історик балету, я не уверен, що це правда. Ну, там не було пуантах, тому що я взагалі не працюю на пуантах. Для наших телезрителей пуанты – это такие штуки, которые одеваются на ноги балерин. Они на них стоят вот так вот, как не люди, да? Вот. А мне кажется, что интереснее рассказывать про людей. Вот. И человеческая стопа – это потрясающе трогательный, нежный,
нежная и трогательная часть тела, которая может быть поэтичной. В пуантах она похожа на загипсованную ногу, поэтому мне это не близко. Взагалі ти противник політизації мистецтва. Ти не звертаєш на це уваги, і саме з цієї причини ти не робиш постановки з актуальних подій, які зараз відбуваються в Україні. Ти знаєш, дуже серйозне заявлення. Я б не сказав, що я противник. Я просто не роблю спектаклі, які можна назвати спектаклями на злобу дня. Це не є, тому що я противник. Я просто человек, который не делает этого. Чому? Не хочу. Помнишь «Собачье сердце»? Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А почему не хотите помочь? Не хочу. Ну, с тобой взагалі так классно брать интервью, чтобы не было скучно. Не хочу, не знаю, не помню. Добре. Замечательно, да. Кстати, это первое интервью после летней паузы большой, так что вот... Я ще розкачуюсь, може бути. Ага, ну мені повезло, можливо. Угу. А можливо, може бути, ні, так. Да. А можливо, ні. Дивись, в балеті сім'ї часто формуються прямо на паркеті. Ну, це відомий факт. То тебе така доля торкнулася? По-перше, в балеті немає паркета. Точно. Да, а во-вторых, да. Моя личная жизнь Добре. Обычно она остается за пределами. Ну, я знала про це, тому я про це і питаю. Це не є таємницею. Що ти взагалі не хочеш про особисте життя казати? Єдине ж, яку я знайшла інформацію про твоє особисте життя, що нібито в тебе була дружина Ірина, яка не була взагалі ніяк пов'язана з шоу-бізнесом, але потім ви розлучилися і на цьому все. Все, вся твоя особисте життя. Да, нічого більше не знайшла. Знаєш, як тяжело жити? Як ти скриваєшся? Нет, просто тяжело жити, ніякої личної житті і тільки робота, робота, творчество. Що, нікого немає поруч з тобою, близької людини? Є, прекрасна дівчинка в білій блузці. То мені повезло. Да. Значить, мені таки повезло. І не на паркеті, к щастю, а на ковроліні. У 2016 році ти став лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка в номінації «Музичне мистецтво». А в 2017-му ти взагалі став заслуженим діячем мистецтв України. Чесно. Після цих таких вагомих нагород твоя доля якось змінилася? Ну, звісно ж, ні. Це ж просто оцінка. От того, що на цыпленки гриль ставлять знак качества, перший сорт, там, вище і так далі, він же не становиться не вкуснее. Ну, амбіції. Амбіції у цыпленка гриль теж ні. Это просто знак качества. То есть ты делаешь какую-то работу, в любом случае ты ее делаешь, потому что это твоя работа. Твою работу оценивают. Оценка это никак не влияет на качество твоей работы. Они же принимают все нагороды, ты их не принимаешь. Да, почему нет? Ну, принимать это, во-первых, нельзя никого обижать. Так, это уже четвертый принцип, я уже замотовываю. Награды это приятно, это оценка твоей работы. Я же не говорю, что я против. Я не против, просто я считаю, что жизнь от этого не меняется, она идет дальше. Я живу не от награды до награды, я живу от прем'єри к прем'єрі. Ну, важко з тобою не погодитися, звичайно. Добре, тоді відходимо трохи від роботи. Які ти поза її межами? Хобі, відпочинок, що любиш їсти? Ну от, зараз вернусь із Житомира, так. Поздно ночью, а утром где-то часиков 6 постараюсь встати і поїду за грибами. Серйозно? Да. Абсолютно. Я взагалі нічого не розумію в грибах. І тоді не збирай, я умоляю, просто летальний сход, а це обезпечить. Я і не хочу. Вот, я знайшов, к счастью, свої резинові сапоги, які я не бачив давно. От я їх одену якісь такі брутальні, ненужні джинси і поїду в лес, буду щасливий. І знаєш, що в тебе є собака? Уже нет, к сожалению. Нету? Нету. Оскар умер і год тому назад. Ще які є хобі? Грибів. Кроме Добре, грибів, я люблю путешествовать очень. Я вот сейчас вот перед тем, как сесть в этой студии замечательной, я смотрел на мониторе то, что снимает ваш канал про Грецию и ностальгировал. Хотя я только что приехал из Европы, и в принципе я абсолютно замечательно провел лето. Это была и Венгрия, это была и Австрия, и Италия. Италии было много в этом году. Я решил, нужно ездить в Италии прямо до сета. Невозможно. Вот. Я тоже так уважаю. Да, и все равно я поностальгировал, мне захотелось снова на этот скалистый берег, какой-то одинокий пляж найти. Тему мы с тобой схожи. Вот. Я теж обожнюю так мандрувати. Так что я не безнадежен. Так. Чи є в тебе шкідливі звички? Я сильно переживав, що я курю. Так. І от я вже не курю. З февраля місяця я не курю, я щасливий чоловік. Я, звісно, поправився чуть-чуть із-за цього, але я краще поправлюсь немножко, тому що це, звісно, гадость невероятна, і вона взагалі нічого не дає в цій житті. Ну, це похвально. Багато Спасибо хто хоче кинути большое. Палити, але не можуть. Беріть приклад з Раду Поклітару. Найскладніші речі, які тобі взагалі довелося
принять в своем жизни. Что бы это значило? Ну, какие-то такие вещи тяжелые. Принимать решения, которые вот, ну, тяжело давались. Было такое? Ну, не могу сейчас вспомнить. Я вообще позитивный человек, я стараюсь попомнить только хорошее. Ну, таких судьбоносных, тяжелых, чтобы я мучился и так далее, такого не было. Есть вещи, о которых я, может быть, жалею потом, но нет, не помню. Не, ну так нечестно. Честно? Я, ну, наоборот, ты тільки починаєш, говорити, а потім такой щось там щелкнула, і такий, ні, я не буду говорити. Нет, самый ужасный вопрос, который может быть, после вопроса о том, что вас вдохновляет на создание новых спектаклей. Это вспомните, пожалуйста, такой-то смешной случай из вашей жизни. Ні, я таки не буду питати. Я не запитала, до речі, Раду, що тебе вдохновляє. Я запитала, як ти взагалі, з чого ти починаєш придумывать, ну, свои действия. Примерно то же самое. Не помню, и не потому, что я каких-то, а потому, что я на самом деле не помню. Ну, не помню. Ни смешных, ни тяжелых. Это вещей. Добре, давай тоді так заглянемо за лаштунки шоу талантів, які зараз неймовірно популярні. От чесно. Ну, взагалі, там є можливість пробитися талановитій людині? Чи все-таки конечно, знайомства? Конечно. Ніяких знайом, не знаю. Ко мне никто не приходил ни разу и ничего не просил. И можно прекрасно быть самим собой, и я обожаю. Я сначала был очень негативен, потому что мне казалось, что это как-то опошляет искусство танца, вульгаризирует, что ли. А потом я понял, что там очень много интересного происходит. И это невероятно полезно, потому что даже те же самые «Танцуют все». Жалко, да, что шоу закрыли, потому что благодаря ему танцует вся страна. 100%. Абсолютно. Везде, во всех углах. Вот в нашем театре, в каждом какой-то фойе, какой-то... Какой-то коридор, какой-то маленький балетный зал, где-то еще. Вот. И это слава богу, так потому что танцевать это здорово. Да-да-да-да. Это не танец для меня лично. Это была такая невнятная пурга. До свидания. Привет, ребят. Так, честно отвечать сразу. Ждали меня? Да! Ребята, рад вас всех видеть. Рад, что у вас пока хорошее настроение. Будем над этим работать. И пошли за руками. За руками пошли. Не идите вот так, как бабушки. Идите, как дедушки. И дальше многообещающе говорим, подождите, да. Секундочка. Ребята, очень-очень неплохо. У всех очень-очень неплохо вот это вот место. Я считаю, что за эти годы очень много интересного происходило на этих проектах. Работают ребята, которые являются финалистами шоу. Илья Мирошниченко, Артем Шошин, ведущий солист наш. Вот, и замечательно, что они прошли. Иначе бы я их не увидел и не узнал бы. Как иначе? Только так. Не думал створить какую-то дитячую школу? Дело в том, что у меня вообще катастрофически не хватает времени ни на что. И мне несколько раз выходили на меня. Говорите, давай свое имя, так, а мы сделаем школу. Вообще не парься, не будешь заниматься. Вот будет школа твоя и все. Ага, так ты такие были пропозиции. Постоянно, конечно. Слушай, вот. Ну ты принциповый. Вот. Я думаю, ну если я не делаю сам, зачем это надо? А я не могу это делать сам, потому что у меня просто не хватает на все. И надо просто думать, на что ты убиваешь свою жизнь. Ты ее делаешь новые проекты. Я же тоже конечен. Мы все конечны. То есть мне уже 45, ну еще лет 20. Дай бог, я еще буду работать качественно. А потом уже все, уже надо будет думать о спокойствии. Переходим в другой мир. Вот, Ну, давай не будем так уже про це. Почему? Почему? А мы все туда пойдем. Поэтому я лучше сэкономлю свою энергию и свое время на то, чтобы делать что-то. Прекрасный есть лозунг. Я смотрю, так шикарно читаешь мои эти интервью. У меня есть лозунг, которым я это руководствуюсь. Типа сказал Гофман, не доказано, возможно, не он, но сказано хорошо. В этой жизни надо делать только то, что дается тебе легко. Но вот это надо делать изо всех сил. Поэтому дитячая школа отменяется. Все. Ну, до речі, про дитячу школу ти ніде не казав. Це було моє ноу-хау. Особисте ноу-хау. Поздравляю. Дякую. Поставь галочку. Добре, я поставлю. На чим працюєш зараз? Два проекта параллельно у меня есть. Если ты читала мою интервью, ты знаешь прекрасно, что пока не объявлена дата премьеры, я не скажу, что это. Два огромных проекта, больших, масштабных. И работа происходит. Пока самая подготовительная. И я надеюсь, что один из них увидит свет в апреле. Месяцы следующего года, а второй в начале октября. Угу. Если звезды сойдутся правильным образом. Дякую тебе. Спасибо огромное. Та нових звершень. И це круто, що ти такий принциповий і конкретний, без всяких заморочок. Спасибо огромное. Прекрасная беседа.
У нас був всесвітньо відомий балетмейстер. Радо Поклітаро, ми зустрінемось з вами вже за тиждень. Я увиділа, що ти приїжджаєш в Житомир, і написала прямо тобі на Фейсбук. Мені дуже дивно, що так швидко відповів, одразу хоп-хоп. Тому що не всі йдуть на контакти. Ну, все равно, я понимаю, это нет, что... Это вообще не я, и это женщина, кто не знает, кто это. Это фейк, абсолютное привидение Каспер. Ну, ты же приехал. Она же представляет, что это я, а это не я. Тебе надо сделать официальное заявление в СБУ. Она не помогает. Нет. Чтобы ты не сомневался, оно есть.